Торжественным собранием завершился форум активистов профсоюзного движения Республики, посвященный 95-летию профсоюзов Якутии и Дню профсоюзного работника. На сегодня в состав Федерации регионов входит 23 отраслевых комитета, которые объединили более 200 человек профорганизаций. Федерация наладила конструктивную работу по защите прав трудящихся, в том числе через деятельность трехсторонней комиссии, в которую входят профсоюзы, работодатели и правительство. Вечер открыл впервые прозвучавший гимн профсоюзов Якутии. Федерацию профсоюзов поздравили парламент Республики, главы министерств и ведомств. За дни форума на разных площадках обсудили и проблемы, и положительный опыт по работе отраслевых комитетов и наметили планы на ближайший год. Я даже сам не ожидал, что фактически еще больше, можно сказать, теплых слов в адрес профорганизации. Почему? Потому что она работающая. Она работающая, здесь люди мыслящие, недаром достаточно высокое профсоюзное членство среди работающего населения. Я считаю, что и уверен просто, что здесь надо нам не учить, а учиться. И много чему, что есть. В то же время есть и недостатки. Почему? Потому что сейчас спросите любого члена профсоюза, работника, чем занимается профсоюз. И он начнет удивляться. Некоторые будут спрашивать, а что есть, разве еще профсоюз и так далее. Сегодня мы пытались разработать нашу стратегию, что надо делать, как надо говорить, как надо донести до каждого человека, зачем нужны профсоюзы, что они делают. А профсоюзы делают очень много.